Всем доброго времени суток. Представляю перед вами автомобиль. У нас Ford Focus 3. Автомобиль 2012 года выпуска. Всего лишь с одним владельцем. 100% с одним с родным пробегом. Он в отличном техническом состоянии. Классный салон. Очень приятная комплектация. Давайте сейчас переместимся в салон и посмотрим, что там у нас есть. Друга, посмотрите, вот, что значит автомобиль после одного владельца. Салон всегда в очень хорошем состоянии. Спереди у нас также такой же шикарный, красивый салон. Итак, значит, у вас что будет в комплектации? Так, у нас здесь с вами автомобиль с автозапуском. Стеклоподъемники, регулировка зеркал, управление световыми приборами. Также здесь у нас с вами имеется мультируль. Подогрев передних сидений на 5 режимов. Дочку поставлю, это прохладно на улице. Отопитель салона с вами с кондиционером. И также имеется электрообогрев лобового стекла. Если переглядеться... Приглядеться. Я сейчас попробую. Вот камера это вот не передает. Но электрообогрев лобового стекла здесь есть. Его, кстати, если приглядеться, его даже видно. Ну и, в принципе, ладно. На этом ничего такого особо интересного. Тут оно, лобовое стекло с обогревом, я вам 100% говорю. А здесь у нас с вами располагается вот такая вот замечательная штатная аудиосистема. Довольно очень приятное звучание. Ну и перейдем, значит, посмотрим с вами пробег. Так, пробег у нас с вами 82 тысячи километров. Как я вам говорил, пробег 100% родной. Мотор идеально ровно работает. Обороты не прыгают, не скачут. Ошибок абсолютно никаких не горит. Вот такой вот классный Ford Focus нам пришел на продажу. Кстати, можно услышать, как на нем идеально тихо работает мотор. Он прямо шепчет. Так что, если вы ищете себе Ford Focus с одним владельцем в очень хорошем состоянии, приезжайте к нам, автосалон «Столица». Эту машину вы сможете приобрести и по системе трейд-ин, в кредит и, конечно же, за наличный расчет. Покупайте только хорошие автомобили. Ну и на этом спасибо вам за просмотр этого видео. Всего доброго, всего хорошего. До свидания.